Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск программы «События». В студии Лариса Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. С предложением согласны. Депутаты Самарской губернской думы одобрили закон о поправках в Российскую Конституцию. Самая жаркая весна за 70 лет. Чем грозит такое раннее потепление? Пилоты, которые не отрываются от земли. В Самаре прошли первые соревнования по управлению летающими дронами. Депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании большинством голосов одобрили пакет поправок в Конституцию Российской Федерации. Напомню, накануне его приняли Государственная дума и Совет Федерации. На заседании думы побывала наша съемочная группа. Поправка к основному закону идет речь о гарантиях, что минимальная зарплата будет не ниже прожиточного минимума, соответствовать МРОТ и ежегодно индексироваться. Говорится и о защите институтов брака, культуры, русского языка и народа. Также поправки коснутся и реформ власти. Изменится полномочия председателя правительства, порядок назначения министров, расширят полномочия Конституционного суда. Сейчас мы с вами записали в Конституцию поправку, что территория Российской Федерации никто не имеет права ни сантиметра не отдавать, не продавать, ни... понимаете? Это очень серьезное решение. Все, что там сделано, любой пункт возьмите, который внесен, он имеет положительное звучание для каждого человека, абсолютно. Напомним, поправки в основной закон накануне приняла Государственная дума и Совет Федерации. Теперь необходимо одобрение региональных парламентов. Две трети законодательных собраний субъектов России должны поддержать изменения. Затем закон поступит на подпись президенту Владимиру Путину. Но, как заявлял глава государства, поправки вступят в силу только после общенародного голосования, которое состоится 22 апреля. Услышано общество. И здесь мы видим, что главная задача, о которой говорил изначально президент, это социальная поддержка незащищенных слоев населения, поддержка семьи, материнства, детства, института семьи в том виде, в котором мы представляем себе, как православные и другие верующие в нашем государстве. Депутаты Самарской губернской думы приняли поправки в областной бюджет 2020 года и на два последующих. Дополнительно поступили 16 миллиардов 200 миллионов рублей. Большая часть этих денег – это налоги. Кроме того, в конце 2019 года Самарская область получила из федерального центра грант размером 1 миллиард 458 миллионов рублей. В основном деньги пойдут на социальную сферу. Львиную долю средств выделили на ремонт дорог. Около миллиарда на здравоохранение. Такую же сумму потратят на образование, социальные пособия и помощь обманутым дольщикам. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. На минувшей неделе в Самаре побит температурный рекорд 1936 года. В начале марта синоптики зафиксировали аномально теплую погоду в 9 населенных пунктах области. Каких сюрпризов от небесной канцелярии ждать в ближайшее время и чем грозит такая ранняя весна, разбиралась наша съемочная группа. Погода в этом году самарцев теплом радует. Столбики термометров днем стабильно показывают плюс 10 градусов. Горожане признаются, такая ранняя весна им по душе. Непривычно, да, конечно. Пугает немного. Настроение отличное, да. Лучше так, чем хмурое небо. Наоборот, радуется. А то это у нас зима по полгода, весна теперь дольше будет, на месяц. После аномально теплой зимы погода продолжает сходить с ума, и весна настала намного раньше. Синоптики говорят, такого теплого марта в Самаре не было за всю историю наблюдений. Последние данные с примерными показателями фиксировались аж в 1936 году. Аномально теплую погоду зафиксировали в 9 населенных пунктах региона. Температурный режим, который мы сейчас, вот первая десятидневка марта закончилась, и температурный режим напоминает нам температуры, которые должны быть в первой декаде апреля. То есть температура идет, температурные показатели идут на месяц раньше обычных сроков. Такое раннее потепление может быть опасно. После волны тепла обычно в марте идет холод, и растения, которые, проснувшись, набирают силу, могут просто погибнуть. Как ранняя весна влияет на цветы и деревья, мы решили выяснить в одной из старейших оранжерей страны. Например, эта орхидея чувствует себя вполне комфортно и давно цветет. Что можно сказать по поводу других растений, мы решили выяснить у специалистов. В оранжерее ботанического сада Самарского университета почти 1000 видов растений. Здесь им комфортно круглый год. Специалисты мониторят их состояние и говорят, что растения уже проснулись после зимы. Осина, генеративные почки полопались, начинает скоро она, вот еще день-два такого тепла, и она распустит сережки,
За ней лещина, там береза, ольха, и все вот немного пойдя. Если на следующей неделе вот похолодание обещают, если будет серьезное похолодание, то, скорее всего, косточковые все цветочные почки погибнут, и у нас не будет, или очень мало будет абрикосов, вишни, сливы. Важно помнить, что вместе с растениями уже проснулись и клещи. Поэтому, отправляясь в лес, стоит быть особенно внимательными. Кстати, не только к себе, но и к природе. Вовремя незатушенный костер или брошенный окурок могут стать причиной пожара. И чтобы не устроить на территории региона маленькую Австралию и не спалить пару гектаров леса и соседнюю деревню, нужно соблюдать элементарные правила безопасности. То, что касается, например, дачных участков, необходимо также просто внимательно смотреть, что называется, по сторонам. И в случае какой-то угрозы появился дым, уже увидели огонь, незамедлительно сообщать об этом в пожарную охрану, ну и, что называется, всем миром стараться, чтобы этого распространения огня не было. Температурные качели могут стать причиной обострения хронических заболеваний. Медики советуют особенно внимательно относиться к своему здоровью, не переутомляться и не прибегать к экстремальным диетам. Если были планы сбросить вес, были планы начать заниматься спортом, были планы позакаливать, все отлично. Мы целиком это поддерживаем, вот только не сейчас. Вот это нужно было делать или пораньше, или теперь же летом. Сейчас нужно очень спокойно, полноценно питаться, обязательно разнообразно. Недопустимы никакие редуцированные диеты, с исключением отдельных классов продуктов. Это еще усугубит самочувствие. Физические нагрузки – это разумные, по сути дела, ходьба. По прогнозам синоптиков, похолодание все-таки еще вернется. С 14 числа по территории региона пройдет холодный фронт. Днем столбик термометра опустится до -3. Поэтому теплые вещи убирать пока рано. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров. События. Новые детские сады, бесплатные кружки и секции. Глава Самары Елена Лапушкина провела большое совещание с директорами самарских школ, на котором обсудили реализацию национальных проектов «Демография и образование». О запланированных мерах поддержки расскажет Елена Малютина. Каждый самарский ребенок от 5 до 18 лет сможет бесплатно заниматься в секциях и кружках. Право на это дает сертификат на дополнительное образование. Для родителей запустили специальный навигатор, чтобы им было проще определиться, куда вести своих детей. Это стало возможным благодаря реализации региональной программы «Успех каждого ребенка», которая является частью национального проекта «Образование». В этом году в Самаре появятся новые места в детских дошкольных учреждениях. Откроют двери 3 детсада. Будут организованы ясельные группы в 5 помещениях, расположенных в жилых домах. Двум зданиям предстоит реконструкция. В городском департаменте образования обсуждают возможность пристройки корпусов детских садов к школам. За каждой цифрой стоят не проценты, а люди. За каждой цифрой стоят наши ясельные воспитанники, наши детские сады, наши новые учреждения, наше новое оборудование. Поэтому, чем вы ближе сами воспримете эту тему национальных проектов, тем, наверное, и наши с вами родители будут теплее к нам относиться. Еще одна приоритетная задача нацпроектов – это оздоровление школьников летом. В июне откроют свои двери 192 лагеря дневного пребывания. В них отдохнут почти 15 тысяч детей. Дети не только здесь оздоравливались, но, конечно же, они еще достигали основы лингвистики. Лингвистики – это английский язык, немецкий, французский язык. Все было увлекательной формой. Мы считаем, что вот эта смена нам удалась и надеемся продолжить в этом году. Без внимания не оставят и волонтеров. Городские власти на развитие юнармейского добровольческого движения из бюджета выделили более 3,5 миллиона рублей. Кроме того, в Самаре до 24 апреля будет проходить городской интернет-фестиваль «Конкурс школьных хоров. Не смолкнет слава тех великих лет», посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Принять в нем участие может каждый. Елена Малютина, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События. На фронте она служила минометчицей. Ветеран Алевтина Петровна Курышева в преддверии празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне получила юбилейную медаль. Ее вручила глава Самары. Также Елена Лапушкина проверила состояние дворов в Кировском районе, в которых проживают участники Великой Отечественной войны. В рейд отправился и Анатолий Главко.
Алевтина Петровна Курышева ушла на фронт, будучи 17-летней девочкой по собственной инициативе. В военкомате ее направили в Московскую женскую стрелковую бригаду, а потом в минометную роту. Всего за пару лет девушка получила звание сержанта и командовала отделением минометчиков. В 44-м году, после расформирования части, она уехала в Уральско-Сибирский округ, в гарнизон по охране мостов через реку Тобол. Здесь проходили фронтовые эшелоны с военной техникой. Глава Самары Елена Лапушкина вручила Алевтине Петровне юбилейную медаль 75 лет победы в Великой Отечественной войне, а также цветы и подарки. Спасибо. Спасибо большое вам. Алевтина Петровна живет на Ташкентской, и к состоянию ее двора у главы города претензий нет. Сегодня Елена Лапушкина проверила, как живут другие ветераны Кировского района. Коммунальщики навели порядок и здесь. Но у главы города все равно остались замечания, связанные с состоянием других дворов. Где-то нужно откачать воду, а где-то отремонтировать дороги. Мне важно понять, насколько у нас районы, управляющие компании готовы к выполнению этих объемов работ. Но уже я сама вижу, что часть работ начинается. И ворошение снега, подбор мусора. Я вижу, как работает техника. Безусловно, замечаний очень много, и мы тому свидетели. То, что скапливаются лужи, что вода не отводится, то, что есть неудобное для жителей территории. Очень надеюсь, что вот в ближайшее время ситуация будет меняться. Во дворе 77-й школы необходимо почистить дорогу и тротуар, по которому ежедневно ходят сотни детей. Ну так нельзя. Я очень жалею, что сегодня директора нет, что завхоза нет. Я понимаю, что вы человек неуполномоченный, но все мои претензии, пожалуйста, выскажите. Конечно. И до завтрашнего дня надо. Дворник у вас есть, кстати? Да. Ну а что тогда? Пусть он начинает работать, дети здесь ходят. По словам главы Кировского района Игоря Рудакова, проблемы возникли из-за резкого потепления. Коммунальщики должны привести дворы в порядок в ближайшие дни. Мы стараемся работать в рамках поручения губернатора и главы города, скорректировали планы по проведению месячника в этом году. Мы уже стартовали в Кировском районе, но сейчас можно пока определенный вид работ выполнять. Это подбор вытывшего мусора, рыхление газонов на теневой стороне. Мы эти работы выполняем. Если управляющие компании не справятся с поставленной задачей в срок, им придется платить за халатность из собственного кошелька. Их работу проконтролируют сотрудники администрации Кировского района. Анатолий Головко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Как увеличить выручку и сократить издержки на предприятии? Сотрудники одного из самарских заводов рассказали о реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», который инициировал президент России Владимир Путин. Подробности в нашем следующем сюжете. Открыли новый корпус, увеличили производительность труда, сократили издержки и навели порядок на рабочих местах. Сотрудники одного из самарских предприятий подвели итоги шестимесячной работы по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости», который инициировал президент России Владимир Путин. Руководителям и простым сотрудникам завода помогали представители регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области. Мы достигли всех наших целевых показателей, команда хорошо поработала, удалось реализовать все задуманные мероприятия, краткосрочные, которые мы могли реализовать в течение этого периода. Сейчас на предприятии работают не только люди, но и роботы. Благодаря современным технологиям на заводе постоянно наращивают объемы выпускаемой продукции. Предприятие входит в процесс непрерывного внедрения улучшений, важность которого неоднократно отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подчеркивая, что повышение производительности труда – ключевой элемент опережающего экономического развития региона. По словам руководителей предприятия, сотрудники регионального центра компетенции смогли увеличить на одном из производственных потоков выработку на одного работника на 26%, сократить незавершенное производство и время перемещения продукции по заводу более чем на 30%. Уменьшение перемещения способствует тому, что быстрее поступает продукция на рабочие места, соответственно, также быстрее происходит выпуск продукции. То есть, если на 35% уменьшилось количество перемещений, то, соответственно, и быстрее стала производиться продукция. В будущем предприятие закупит еще одну партию современного оборудования. К 2024 году производительность труда должна вырасти как минимум на 30%. Андрей Горгуленко, Анатолий Голову, Константин Головин. События. В Самаре начались сезонные работы по благоустройству. Традиционная общегородская уборка началась в этом году раньше обычного по поручению губернатора Дмитрия Азарова. За наведением порядка в железнодорожном районе наблюдала мэрия Елчан. Не оставить зиме шансов. В борьбу за наступление весны вступили коммунальные службы железнодорожного района Самары. Дворники убирают наледь и мусор, который скрывал снег всю зиму. Район приводит в порядок порядка 100 человек от управляющих компаний. В помощь им 5 единиц спецтехники. Мы
По году в этом году сделал свои коррективы. Ямечник по благоустройству у нас стартует на 2 недели раньше, чем в прошлом году. Естественно, теплая весна ранее нам в этом плане помогла, конечно. Жители, которые готовы внести свою лепту в преображение города, могут получить нужный инвентарь в обслуживающих организациях и в районной администрации. Все хорошо, убирается все, везде чистенько, вокруг дома все так приятно. Всего в Самаре приведут в порядок больше 5000 гектаров земли. Это парки, сады, скверы, бульвары и площади. За каждым районом закреплены кураторы, которые и будут в ответе за уборку. Только на территории железнодорожного района запланировано 6 средников и столько же субботников. Мария Ильчан, Василий Колдашов, события. Особое внимание чистоте уделяют и в самарском метро. Все вагоны регулярно моют специальным средством. Как чистят подземный транспорт, узнал наш корреспондент. Ну, сначала, собственно, значит, моем стекла. На то, чтобы вымыть один вагон, у Земфиры Алеевой уходит 1,5 часа. Уборка детальная и тщательная. Моются окна, поручни, стекла, полы и диваны. С обязательным использованием дезинфицирующих средств, одобренных Роспотребнадзором и безопасных для здоровья. Дезинфекция проводится систематически, в том же самом режиме. Вот, поэтому безопасность пассажиров с точки зрения здоровья, она превыше всего. Мы сами ездим на этом, ну, как бы в метро, и наши дети ездят. И, конечно, уже очень приятно заходить в чистый вагон. Всего в Кировском электродепо 46 вагонов. Их моют каждые 20 часов. А раз в 10 дней еще и обязательная внешняя мойка. Сначала состав обрабатывается специальным средством. Затем прогоняется через щетки. И после сушится. Жители Самары говорят, что рады неизменной чистоте вагонов метро. На высоком уровне сделано все как. Вот и полиция работает, и чистота. Я мусора ни разу не видел. Вот ездил сколько, чтобы где-то что-то валялось там или что-то в этом роде. Всегда ну, приятно, в общем. Сейчас в городе проходит месячник по благоустройству, поэтому самарский транспорт убирают еще более тщательно. Вагоны метро не исключение. Перед майскими праздниками им предстоит генеральная уборка. Так делается дважды в год. Мария Ильчан, Семен Безгинов, Константин Головин. События. Взгляд с высоты птичьего полета. В Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Козлова прошел межрегиональный конкурс профессионального мастерства по управлению летающими дронами. Участники съехались из 4 регионов России. За соревнованиями наблюдала Елена Малютина. Маневрированию на высоте Владимир Дорошин учится вот уже 2 года. Его специальность – оператор беспилотных авиационных систем. По сути, работа будущего. В межрегиональном конкурсе профессионального мастерства по эксплуатации беспилотных авиационных систем среди студентов, техникумов и колледжей принимает участие впервые. Владимир уверен, что подобные соревнования помогают освоить профессию лучше, а также узнать что-то новое. Он надеется на победу. Готовимся к этим соревнованиям, ежедневно проходим подготовку, собираем, летаем, осуществляем все это. И благодаря этому все полеты для нас легкие. Полет на FPV-камере, то есть от первого лица. Это достаточно увлекательный процесс. Сборка и разборка дрона, его настройка, поиск неисправности, а также аэросъемка. Каждый участник продемонстрирует свое мастерство. Здесь собрались конкурсанты из Пензы, Ульяновска, Самары и Республики Башкортостан. Главная задача участников – за 3 минуты продемонстрировать навыки пилотирования. Организаторы для них подготовили полосу препятствий – поворотные столбы, кольца и куб. Итоги конкурса подведут в ближайшее время. Его победители отправятся на всероссийские соревнования. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Как провести свободное время этим летом? Проект «Культурное сердце России» позволяет самарцам выбрать самим. В городе начался первый этап проекта – опрос жителей. Каким горожане видят летний сезон 2020, узнала наша съемочная группа. Побольше концертов, да и танцев можно. Каким будет досуг этим летом, в Самаре выбирают сами жители. Для этого они проходят опрос по проекту «Культурное сердце России». Программа мероприятий будет составляться исключительно из пожеланий горожан. Как вы обычно проводите свое свободное время? Гуляем по Самаре. Анна Кравец – волонтер российских студенческих отрядов. В числе активистов мечтала оказаться с первого курса университета. В Самару она приехала из Ханты-Мансийска учиться на социолога. Я хочу здесь жить, потому что здесь и лето теплее, и возможностей больше. Бесспорно, больше возможностей, поскольку
таких мероприятий, различных секций нет в моем городе, поскольку он маленький, а у вас здесь как-то город-миллионник. Для этого волонтеры уже сейчас приступили к опросу жителей, чтобы узнать, как они видят идеальное лето в любимом городе. Хотелось бы видеть и концертных площадок, и мастер-классов, и каких-то мероприятий, в которых можно было принять участие самостоятельно. А реализовать все задуманное поможет проект «Культурное сердце России». В Самаре он проходит второй раз по поручению губернатора Дмитрия Азарова. В прошлом году он продлился с июня по октябрь. По вечерам проходили живые концерты на набережной и в парках, а также мастер-классы. Всего около 500 развлечений, участие в которых приняли свыше 200 тысяч человек. Лето в Самаре должно быть теплое, насыщенное какой-то активной жизнью, деятельностью, молодежи, всякими концертами, праздниками. Такие опросы будут проходить каждый день в разных районах Самары до 16 марта. Список пунктов анкетирования, где можно поделиться своим мнением и пожеланиями, опубликован на сайте областного министерства культуры. Мария Левина, Максим Гусев. События. На минувшей неделе, в день рождения балетной пачки, Самарский театр оперы и балета пригласил журналистов в швейные мастерские. Впервые в пышной многослойной юбке на сцене балерина выступила больше 180 лет назад. Как создаются костюмы в наше время, увидела Мария Левина. Алла Бурмистрова в балет влюбилась в детстве, увидела постановку «Лебединое озеро», утонченность главной героини привела в восторг, а ее яркий и пышный наряд поразил еще больше. Глаза загорелись, и вот уже 6 лет девушка сама делает очередное па. Если ты танцуешь в пачке, которая висит, в шопенке, как-то не особо тебе, мне кажется, хочется танцевать, как в пачке. Ну, потому что пачка, одевают балерины. И ты уже чувствуешь себя в балерине, что ли, уже как-то подтягиваешься больше, спину выпрямляешь. Чтобы выступить в понравившемся костюме, среди балерин возникает нешуточная конкуренция. Каждая старается выложиться по полной. Девочки знают, что прежде чем выйти на сцену, конечно же, это будет сопутствоваться красивым деянием. И выйти на сцену – это стимул. Как раз-таки, чтобы одеть эту пачку. Потому что пачка – это вообще атрибут, который соответствует только, присущ только балеринам. Далеко ходить за костюмами не нужно. Пошивочный цех прямо в театре. 2 недели – и новая пачка готова. На кадрах совсем свежий костюм. Главной героине постановки «Спящей красавицы». Сейчас юбки придают форму, чуть позже пришьют лиф. Костюм для балерин портные шьют по эскизам художников. Но зачастую на практике все меняется. Когда художник приходит в швейный цех, видит пошитую пачку, украшения он придумывает на месте, в команде с портными. Иногда, рассказывают специалисты, творческое озарение приходит совсем внезапно. Каждая пачка, она индивидуальна, она совершенно новая. То есть в любом случае, даже сама технология пошива, она постоянно меняется. Мы не шьем постоянно одно и то же. Самарские портные шьют даже для большого театра. Все потому, что помимо красоты ценится и качество. В таких пачках артисты могут выходить на сцену 6 лет. Здесь, так же, как и в обычной одежде, есть своя мода, и она все так же циклична. Например, в работу сейчас возвращаются костюмы позапрошлого века. Короткие пачки с опущенными вниз краями. А ведь когда-то маневрировать на сцене театра было крайне сложно. Первая пачка появилась в 1839-м, 12 марта. Итальянская балерина Мария Тальони предстала перед публикой в пышной юбке взамен привычного громоздкого платья с корсетом. Как известно, театр начинается с вешалки, по костюмам же можно судить, как меняется театр со временем. Вот это, например, одна из первых пачек, мы видим, что она гораздо длиннее современных и уже. А вот это уже современный экземпляр, костюм Эсмеральды. На одну пачку уходит почти 20 метров фатина. В Самарском театре оперы и балета их количество уже перевалило за 1000. Мария Левина, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи!